Сегодня, 21 августа, древние славяне праздновали День Стрибога, бога ветра, живущего в море и океане на острове Буяне. Мы отправляемся не так далеко, но тоже в глушь, в дебри алтайских блогов, сайтов, пабликов. Ведь это иные новости. Рекорд взят! 19 августа в Барнауле столбик термометра показал 32,7 градуса. По сообщению метеоновости.ру, это новый температурный максимум на эту дату. Запомним исторический момент! Маленькая сенсация. Новосибирские ученые пришли к выводу, что знаменитая принцесса Укока, из-за мумии которой сломано столько копий в Республике Алтай, вовсе не является прародительницей алтайского народа, ибо принадлежит к расе европеоидной. Так что ее культ, почитание уже ставшей модой, мягко говоря, несколько необоснован. А уже завтра в Барнауле пройдет фестиваль красок. Организаторы обещают 20 киловатт хорошего звука, танцевальную музыку от добрых диджеев, зону развлечений, твистер-бамперболл, более тонны сухой индийской краски и, как следствие, тысячи разукрашенных людей. Продолжим наше виртуальное путешествие уже завтра. Всем привет!